Церемония награждения победителей премии «Наше Подмосковье» состоится 28 ноября во вторник. Ее участниками станут 1500 человек. Многие из них вот уже на протяжении 5 лет реализуют свои проекты. После завершения приема заявок на участие в конкурсе совет, утвержденный главой региона, рассматривал проекты на их соответствие основным условиям конкурса. Так, они должны быть уже реализованными или находиться в стадии реализации. Другое не менее важное условие – наличие подмосковной прописки или регистрации на территории Подмосковья у соискателя. Совет коллегиально утвердил 1818 лауреатов премии. Сейчас список призовых мест передан губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Надо добавить, что в этом году, как и в прошлые разы, среди участников есть лауреаты прошлых лет. Важно, что полученные ранее победителями деньги находят применение в деле. Видно, как проекты развиваются. Имена лучших станут известны 28 ноября на торжественной церемонии награждения премии «Наше Подмосковье». Списки всех победителей опубликуют на официальном сайте премии и в областной газете. Ежедневные новости Подмосковья сегодня. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.